12 июня генеральный директор компании «Макдональдс» Олег Пороев заявил, что бывший «Макдональдс» в России теперь будет иметь название «Вкусно и точка». Пороев подчеркнул, что компания сохранила систему отношений с прежними поставщиками, и потребитель не заметит разницу меню и вкусов. Но что же по этому поводу думают люди, которым так полюбился ресторан с его прежним названием? Ну, я думаю, это круто и прикольно. То, что переименовали. Ну, я думаю, что это очень интересно. Наверное, будет очень вкусно. Наверное, два раза вкуснее станет, да. Такое название необычное. Я думаю, наверное, это было тяжело придумать. Ну, насчет Макдональдса, я не знаю, честно говоря, я вот пошла, взяла уч-пач-мак. Я съела с большим удовольствием, поэтому про Макдональдс вряд ли я вам что-то могу сказать. Вообще, название хорошее, но, насколько я слышала, там убирают же, получается, весь фастфуд, она превращается, насколько я понимаю, в обычную столовую. Я даже не знаю точно, как бы Макдональдс это уже действительно бренд, это уже действительно с давних времен, так скажем, да, то есть это человек, который подставил эту всю сеть. И сейчас, если менять Макдональдс, это получается то, что совершенно другое заведение будет, то есть люди даже многие не будут знать о ребрендинге и не будут знать, что такое вкусная точка. Да нормально вообще, почему нет? Еда-то та же самая. Да. Все же понимают, что это то же самое, что Макдональдс, да, просто название поменяли. Конечно, очень жаль, что старое название утеряно, потому что это все-таки история какая-никакая, Макдональдс, все мы любим, все мы ходим. Как и ожидалось, мнение у людей неоднозначное, но нам, жителям Казани, остается только ждать открытия заведения с новым названием, чтобы проверить, действительно ли это вкусно и точка.